Промежуток даже минуты не проходило, постоянно есть сидишь, думаешь, куда сейчас придут и его поймали, не поймали, эту пакость, который собирал в складах всю провизию, она мне черта не давала, вы представляете? Ага, я ему говорю, ну что вы, говорю, пришли, говорю, ни пенсии, ни работы, все будет, говорю, когда будет, да? Уже, говорю, прошло 7 месяцев, муж не, а сейчас уже 9 месяцев, пенсию не получал, говорю. Будет, все будет, Россия с вами, Россия отсюда никуда не уйдет, тут же ж праздновали поднятие флага. Так мой муж пошел, говорит, я, говорит, хлеба не вижу, а вы празднуете здесь праздники, флаги российские поднимаю. Иди, говорит, дед, отсюда, картохи себе накопай, говорит, в огороде. А нет, мы тебе, говорит, тоже ж как мне, мешок, говорит, на голову наденем. Вот. Это гуманитарка, все, что мы получаем. Люди продукты приносят, кто вот уезжает, все нам, ну, знают, что здесь живут люди, отдают нам все продукты. А тут у нас спальные места. Люди днем сейчас видали, разбежались там помыться, постираться, там такое. А много людей у вас тут? Ну, сейчас раз, два, три, четыре, пять. А вообще, когда я сюда пришла, в сентябре, 10 сентября с сыном, то тут вот это все было занято, сидячие места, мы вообще там в коридоре были. Сейчас... А? Чем сейчас зарабатываете? Ну, в каком смысле? Что церкви еще дадут там? Ну, дают, по, ну как, похлеб... не то, что там жирное, а... короче, кишки на узел не завяжутся. Ну, Для чего чините? А? Для чего чините? Нашел, валялось, обчистить, обогреватель. Это...